Tere hommikut! Hommik. Tere hommikust, Ervin! Tere hommikust! Nii, aga kell näitab 11 ja alustame meie teise sessiooniga siis sellel nädala lõpul. Adina Часов по эстонскому времени. Начинаем с нашим семинаром в субботу. Продолжаем нашу тематику с развитием высококвалифицированных боксеров, совершенствуя техники тактической подготовки. Кыргема квалификационного боксера ettevalmistusest ja nende tehnilist taktikalise ettevalmistuse täiustamisest. Täna vaatame siis rohkem videot praktilisest treeningust. Сегодня будем посмотреть больше видеозаписов из практических тренировок. Мирзо Каримович, доброе утро. Может, вы что-то хотите сказать про этих видеосъемок и тренировок, которые вы проводили? Доброе утро. Значит, эта тренировка проводилась 21 числа. Значит, она была посвящена работе с левшой. Значит, в основном над передней рукой левши, как его нейтрализовать и контратаковать. Так, хорошо. Я запущу видеозаписи от тренировок. Сначала посмотрим разминка, как начинать разминку, основные части тренировки, потом основную часть работы с партнерами. Так, и поехали. Vaatame need videod. Ja öelge mulle siis, kui video hakkima hakkab või midagi, siis ma tean ka, et kas need videod on hästi välja tulnud ja kas nad teil näiteks toimivad. Сабро.
Nii, see oli siis üldine soojendusvõimlemine, asnavna ja suusnavna ja gimnastika. Nii, vaatame järgmine. Jätkub veel.
Мирзон, на скакалке вы обычно сколько минутов работаете? В чем? На скакалке? На скакалках, да. На скакалке перед основной частью разные бывают раунды. Бывает два раунда работаем, бывает и до шести раундов работаем, в зависимости от основной части работы. Есть работа со скакалкой, со спуртами через каждые 20 секунд. Есть чисто 6 минут работы. Не по раундам, а раунд длится 6 минут. Все зависит от погоды. Все зависит от того, что какая будет основная часть. Скакалка, это же относится к специальной физической подготовке. Здесь голеностоп хорошо развивается. Координация движений. Профессиональные боксеры у нас обычно 10 минут работают на скакалке. Ну, в основном, когда спарринг. Вот у меня тоже, ну, когда идет атлетическая подготовка, помимо кросса, к примеру, если вторник, четверг, суббота кросс, то значит последующие дни у них идет тоже до 10 минут работа на скакалке. Вот, как раз были спорты на скакалке. Бой с тенью. Здесь в бой с тенью они работают по задаче или каждый по своей задаче? Или вольно? Здесь вольно, но не всегда. Есть и по заданию. К примеру, работа на средней дистанции, работа на дальней дистанции, работа на ближней дистанции. А в данный момент для разогрева. Так что мышечная система, чтобы, как говорится, хорошо разогрелась. Я обычно... Два раунда. Обычно, когда работаю в каком-то виде спарринга, например, технический спарринг, тогда дам на комбинации или какие-то атаки, контратаки, тоже в зависимости от тренировки обычно. Если спарринг, тогда спарринговая или перед тренированием, здесь... тогда вольный. Ага. Ага. Здесь вот в основном там три человека, они занимаются два раза в день, основные. Значит, дневная и вечерняя. Утренняя пробежка есть. Значит, в дневной, там есть работа на лапах. Кстати, вот сегодня я записал работу на лапах, сожму я ее. Большие мегабайты сожму до малых мегабайтов и перешлю. Если в дневной работе, к примеру, в вечерней работе там какое-нибудь задание дается для отработки, соответственно, в дневной тренировке эти упражнения переводятся в бой с тенью. Наработки делаются, вот они отрабатывают их, а потом уже в вечерней тренировке они уже дорабатывают в парах.
В один день. Да, да, да. Tõnu, ma küsin sinu käest korraks, et kuidas video kvaliteet on, kas hakib ka? Hakib, aga täiesti aru saada, selles mõttes, et ta on nagu natukene selline Chaplini aegne koht. Okei, nii et pärast kõik need videod ma panen teile, teile ülesse ka, et siis te saate, saate vaadata, et noh, alati sõltub nii, nii video näitaja kui video vaataja interneti kvaliteedist lihtsalt. Aga pärast on need videod teil kõik vaadata, järel vaadatavad ka, et saate selgema pildi. Aga see ei sega... Mm-hmm. See on siis põhiosa, põhiosa praegu, eks ole. Selgitus, ettenäitamine ja tööpaarides. Aga see hakkimine ei sega tulemat. Nii palju silma on ikka, et saad aru, mis toimub. Aitäh. Здесь, наверное, задача отработка на контраударов после защиты с руками, да? Отбив блок. Да, да, да. А нейтрализовать переднюю руку соперника и проводить контратакующие удары. Сейчас в данный момент идет ответные удары, нейтрализация передней руки соперника и контратака. Передней же рукой и дальней рукой. Здесь уже отработка на встречные удары. Встречные удары. В многих, да. Многих странах, где мы проводим обучение, обучение тренеров АИБА, многие не понимают разницу контраудара и встречного удара. Вот. Встречный удар всегда бился одновременно.
Я контраудары используются после защиты. Вот. В многих странах они поэтому встречных ударов видно, что у них не используется, потому что они даже не знают, что такое встречный удар. Да. Да. Потом уже последующие раунды будут ответные и встречные удары. Постепенно, в общем, идет расчлененным методом. Потом уже целостный метод. И потом со сменой партнеров два раунда с одним работают, потом меняют партнеров с другим, с третьим. Это на те же упражнения, на те же задачи? Да. Здесь одно и то же упражнение. А здесь они работают целый раунд, один левшой, другой контратаки, да? А потом меняются через раунд. Да. А потом меняются, ага. Потому что двигательные действия надо постоянно совершенствовать. И потом с разными партнерами. Ну, это же, как говорится, если ближе к соревнованиям, то там совсем уже другие действия идут. Конечно. Сейчас пока нет соревнований, соответственно, необходимо совершенствовать. Здесь, наверное, развитие контратаки, да? Да. Вначале одиночные, а потом уже начинаем соединять. Ответные встречные удары и комбинации. Два трехударные комбинации. В этот день отработали 8 раундов, в связи с чем я там дальше уже не записывал. Если бы, как говорится, день... Потому что на будущий день проводился спарринг. Поэтому сократил до 8 раундов отработку. А так бы продолжение. Условно-вольные бои были бы с левшой. Именно с применением именно вот этих вот упражнений. Ну, посмотрим еще вот эти видеозаписи, которые ты послал нам, где женщина работает в парах. Ага. Отработки. Да. Ага.
В зале идет ремонт. Ринг, наверное, в конце ноября будет. Потому что старый ринг разобрали. Сейчас работа на полу идет. Шведские лестницы не на месте стоят, пока зеркалов пока нету. Зеркала тоже собранные стоят. Ну, это тренировок не мешает. Только спарринги немного потруднее провести, конечно, но основная работа у нас тоже. Для спаррингов. У нас в Эстонии тоже многих залов ринга нет. Есть несколько мест, где постоянные ринги стоят. Но в основном на полу, да, у нас работают. А для проведения спарринга здесь у меня недалеко зал федерации. От меня недалеко. И для ребят недалеко. Вот второй раунд еще отработки. Так. Кажется, у нас остается еще 10 минут. Хорошо, успеем все видеозаписи посмотреть. Нет, 10 минут, тяб, мы jõuame ilusti kõik videod ära vaadata. Pöörake tähelepanu, et mis tempoga, mis kiirusega toimub partneriga töö, eks ole, tehnika harjutamine. Kõigepealt muidugi õpitakse liigutused selgeks ja töötatakse ikka löögitehnika peale, kaitsetehnika peale. Итак, контрольный спарринг. Ага.
контрольные спарринги сколько раундов? Шесть раундов он работал в синей форме. Это с разными соперниками или с одним соперником будет? Нет, с разными. И с повторением. Давал возможность отдохнуть и снова. Но он 6 раундов все с минутным отдыхом. Я смотрю, у вас ребята такие скоростные, с хорошими скоростными качествами. Умеют вести бой на разные дистанции и используют разные защиты. И с руками, и с передвижением, и с ударами, да. и хорошие контрудары. Вот. Очень классно боксирует именно с хорошей техникой. Все зависит от обучения. Все зависит от обучения. Комплексные защитные действия необходимо постоянно давать. Раз уж на уровне спортивного совершенства, высшего спортивного мастерства, всем этим они должны владеть. Так, у нас на данной неделе была задача послать видеозаписи тренерам от наших боксеров на один раунд. И я всех не успел рассматривать, но я очень много посмотрел на эти ваши видеозаписи. И что я заметил, именно контрударов, при контрударов, либо у боксеров не хватает скорости или скорости реакции, потому что умеют хорошо провести свои атаки, комбинации, но немного больше я увидел недостаток именно с контрударом и умением вести атакующий, контратакующий бой, то есть связить разные эпизоды с друг другом. Вот, это как художба, значит, как боксер умеет художественно боксировать. Вот. И как он это будет делать? Искусство. Искусство, спасибо. С противником это зависит уже из того, как он учится боксировать, как он и сколько, все и правильно. На чего он работает на бой с тенью. То есть, как у него развивается мышление и развитие своего стиля. Вот. На этом я хочу, чтобы вы, наши эстонские тренеры, коллектив, обратили больше внимания, чтобы ваши спортсмены тоже достигались таким уровнем, как у Мирзо Каримовича. Поэтому у нас большая честь получить ваши инструкции и на высшем уровне посмотреть на тренировки. Я думаю, у наших тренеров мнение, что мы все это знаем, тоже как делать гимнастику, как прыгать на скакалке, как делать бой с тенью, как работать с партнером, как рассказать. Но именно умение искусственно боксировать в том, состоится вот карьера боксера, сколько он может провести боев, как хорошо он себя умеет защитить, и развивается это именно в молодом возрасте,
скажем, у ребят, которые еще присутствуют на тренировках спортивной школы, потому что в Эстонии тоже у нас действуют спортшколы, а после 19 лет уже от этих учеников не платят, государство не платит деньги. Поэтому вот, мы должны развивать этих спортсменов, обучать их, пока это возможно, пока государство и городское самоуправление платит за эту тренерскую зарплату. Правильно. Обучение и обучение, как говорится. Надо обучать и постоянно совершенствовать. То, что мы, к примеру, сегодня показали, то, что они, ребята, восприняли, оно повторяется. Это как мельница. Все эти упражнения. Я же говорю, с 11, с 10 до 15 лет, чем